Всем доброго утра. Сегодня грузимся с ЖБИ. ЖБИ плитами, наверное, потому что там под краном плиты лежат. И повезем в город... Как он? В Можга. В Заижевском. В сторону Москвы, в Заижевском. Пойдем оформляться по какой дороге только. Я уже крышу сдвинул. Кузов прибрал. И вперед. Переоделся. Какое-то окошко нужно искать, пластиковое. Все, ребята, сходил, оформился. Последние ворота. Я сказал, что у меня 16,5 прицеп. Я говорю, о, хорошо, мы сейчас тебе 5 в ряд положим. И одну наверх. Как раз на оси положу последнюю. И все, ну, в 2. 1-2. И поедем. Поехали искать заезд. Объезжаем завод. Где-то там последние ворота у нас будут. Пыльный, конечно. Это, видимо, брак, что ли? Такие кучи брака. Будем загружаться и ползти обратно через поселки. Ну, классно. Так, столб далеко? Далеко, нормально. Не ссы! Окей. Маленькое зеркало спасает, ребята, в этих случаях. Потому что большое не видно. Сейчас большое уже видно. Последний склад. Сейчас посмотрим. Доброе утро, КамАЗ! Сегодня у тебя тяжелый день с ЖБИ. Мы готовы к загрузке. Красота такая сделана. С бетона. Прикольно. Ребята, посмотрите, завод сталинский. Потолки-то же с бетона делали раньше. Как вот эти вот балки ставили. Кранов же не было больших. Как это все делалось? Потолок с бетона. Все с бетона. Обалдеть. У нас кран сломался. Ждем монтера. Ставим вот такие макароны, чтобы не скользило. На шершавое. Один стон груза будет. Загрузились. Сейчас пойдем за бумагами. Фу. Сейчас я тут и поставлю машину. Ленивцем поднятым. 11 тонн получилось груза, это красота. Мне по этим подъемчикам, по спускам пролететь. Где машину поставим? Да поехали на стоянку, там не так пыльно, и там оттуда уже дойдем, это точно. Посмотрите, какая тут пыль. Просто жесть. Бумажки на руках. Сейчас на охране один и пойдем. Все, я выехал, ребята, но обувь пока там. Сейчас остановлюсь, все выметать буду с кабины. Потом туда обувь уберу. Сниму с себя эту штуку. Мойкой помою ноги, потому что они в каком-то, как в пыли цементной. И уже поеду с настроем. Я вот здесь вот и встану, наверное, тут широко и не пыльно. Там потом будет все узко. Все, уборку, 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 Коля, давай уборку. Сейчас. Фу. Сейчас повернем мы налево. Нам еще ехать и ехать. Фу, бля, фу. Да не особо уж грязно, но будем выметать. Выдувать. Так. Да, вон есть пыль. Все, Николай Батькович, спокойно, ваша душенька? Да, все помыл, тапки помыл, выдул сначала. Помыл, там выдул. Прекрасно. Поехали.
Ужас. Этот цемент, он аж у меня чувствуется на зубах. Счастливой дороги! 770 километров? Ты что, мне перерисовал что-то? Что-то я не понял. Что ты там не понял? Подожди. Нет, здесь правильно. А, перерисовал ты мне. Мне тут... Нет, подожди. Я не сюда смотрю. Но через верхнюю Пышму на Кольцевую, да? ЕКАТ правильно. Дальше через Пермь. Ты мне там через Водки, что ли, нарисовал? Да, он мне вот тут увел, короче. Мне сюда не надо нихуя. Мне вот надо. Пермь. Пошел на Пермь. Ну-ка, ну-ка, давай-ка ты хуйня не занимайся, мы сейчас тебя переделаем. Так, Киров, подожди. Ижевск, вот сюда мне надо по семерке. Так. Я не понял, что происходит? Вот здесь мне надо, да. Так. Через. Алгоритм поездки готов. Так. Вот сейчас правильно. Не через игру. Здесь, Пермь. Тут пошли. 815. Все. Поверните налево. Хорошие нам дороги. Погнали. Надо будет мне еще остановиться, воздушный фильтр продуть. И салонный. Я сейчас знаю, как он разбирается. Вот после пыльных заводов так вот, хотя бы для профилактики надо раз в две недельки. Достал, продул его, чтобы дышать было легче в машине. То есть как мы дышим, так же и автомобиль дышит. Займемся. Продуем все. Ну работает он, ребята, шикарно. Я не знаю, почему-то вот именно в горной местности. Прям такой звук у него классный. Наслаждение. Что-то, думаю, не то подлокотник. Погнали! По горам попрыгаем. Вот мы и выбрались до хорошей дороги. Ага, камера и спрятался? Негодяй! Нехороший дядька. Вот мы. Полосы разгона нет, ждем. Анатолию Лохмину привет. Все, передал. Все, давай, Коля, ага, спасибо, давай. Давай, удачной дорожки тебе. Так, мы на стоянку. В душ. Что-нибудь покушать. Пришел с душа. Купил обуховской минералки. Это я в Тюмени прям ее любил сильно-сильно. Вот мне в Тюмени ехал, надо было тюменскую взять. Она вообще вкусная минералка. В следующий раз поеду, прям возьму упаковку. 6 штук. Трогаемся, что ли? Да. Кушать я не стал на жаре, потому что не кушаю. Взял вот так вот с собой. Еще и пиццу доедаю. Поехали дальше потихоньку. Где будем ночевать, не знаю, 540 осталось. Километров 200, наверное, оставим. Созвонимся. И уже поедем утром. Похоже, на какую-то стройку везем. На старт? На старт, Николай. Поехали. Конь. Прикольно. В какую-то деревню заехали. После душа, конечно, такой бодряк. Так классно ехать. Только радио почему-то ни хрена не настраивается. Ничего не ловит. Ремонтик, но нам повезло, мы по красному едем. Пока едем. Думаю, за раз пройдем этот реверс. Пока в пробке прибрался в холодильнике. Нам нужно срочно найти собачку. У меня здесь вот такие вкусности. Как бы еще есть ее можно, но она уже трехдневная, что ли, получается. Да, третий день ей. Приищем. Не могу напиться, буховская водица. И... Да, вкуснота. О, давай-ка пока протрем зеркала и всю фигню. Давай. Да, это такая пробка, мы только поехали. Короче, жигуревщик решил с той стороны всех пропустить. Сейчас нас всех пропустят. Со светофором долго получается, да, я ем. Жую беляш. Кстати, беляш хоть и маленький, сейчас его покажу. Но удаленький. С мясом. Пирожки-то самые охуевшие, что ли? Тут ребята прям капитально чинят. Конкретно сняли. Такая высота.
метра полтора-два, наверное. Два, наверное, если я встану, я ниже буду. Нормально. А, они срезают, что подъем был еще не такой резкий. Да. Немного поплавнее делают. Проехали первым. Чтобы он у нас никуда не упал. А вот, потому мы принимаем. И главное, это размещение. Теплое солнечное место. Mm-hmm. Вот этой пяточкой на южную сторону, чтобы она смотрела и прогревалась. Тогда будет у нас в августе закладка цветочных почек проходить интенсивно, и мы, соответственно, получим результаты на следующий год. У нас тут заказать на полной остановочке. У нас тут ДТП, видимо, остановиться не смог кто-то, не успел с горки, под откос пустил. Там ремонтик внизу, да, видимо, шел хорошо на скорости, не успел. Сразу аварийки включаем, когда видим пробка и на аварийках. Ну да, пустил его туда, тягача. Вроде как не сильно. Но это, ребята, лучше, чем в жопу долбить легковушек. Не буду ничего говорить, но вы скинули мне в WhatsApp 16 числа в Юрюзани. Авария была на спуске с китайским самосвалом. Ну, там жесть. Там просто жесть, ребята. Так что, кошмар. Или он подскочил, что ли, тут непонятно. Сейчас мы посмотрим. Здесь получается ремонтик, ямка. Ну, не так бы быстро, мне кажется, на этой ямке. Может, колесо. Хрен его знает. Нет, удачно, не сильно. Еще один ремонтик у нас. Нормально, еще часа два пройдем. 340 мне осталось до места. Все, ребята, колбасу я отдал на ЖД-переезде. Потихоньку ехали, две собаки шли. С такими глазами. Я все жужжу повыкидывал. Сзади Вольво идет. Хлеб выкинул, говорит, не знаю, кушали бы нет. Все, ребята, мы на стоянку. Стоянка шикарная, у моста называется. Меня вряд с автовозами. Длинных туда. Хорошо. Не вопрос. Поедем. Утром проснемся и попрем. Осталось у меня... Опа! 140 километров. Мусорку увижу. Все хорошо. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Лидер стоит длинный. Сейчас мы к нему и припаркуемся. Всем доброе утро. Хватит спать нам на выгрузку. Времени 6:04. Поехали выгружаться. Здесь получается 7:04. На час у нас, да, в Можге, по-моему, разница. На 10 договорились, но, по-моему, мы будем раньше. Ехать мне 2 часа 6 минут, 140 километров. Да. Выезжаем. Поехали. Звук добавляем, потому что я не умею на Самсунгах приложение убирать. И она ночью бывает говорит: развернитесь! И пиздец, ты просыпаешься. Ух, КамАЗик какой. Класс. Да. Поехали. Понравилась мне эта стоянка, потому что она асфальтированная. Вроде находится за Воткинском, совсем недалеко, в сторону Ижевска. Воткинск обходишь, и стоянка по правой стороне. У моста называется. Она класс. Асфальт чисто. Просто шикарная стоянка. Димка мне про нее сказал, я говорю: Димасик, все понял. Вообще огонь. Не будешь никогда переживать, что есть места, тут нет. Да, молодцы. Развернемся. Я мог там повернуть, но я решил посмотреть край стоянки. Ой, ну все, поехали, поехали. Коля, тяжелая неделька такая. Нам еще, ребята, на Новосибирск с Димкой в паре ехать. Вроде должны нас поставить вместе. До Новосиба доходим. Идем с Новосиба в сторону... Снова Челнов, в Челнах грузимся на Питер, снова в паре. У кого такие планы, посмотрим, куда у меня сегодня будет заявка. Пока нам нужно выгрузить эти ЖБИ, подмести кузов и загружаться. Вчера, как на стоянку приехал, это блики, это не грязь. Пока мошки на стекле были свежие, помыл окошки, зеркала, чистый еду.
она легко отмывается. А на утро, когда она уже подсохнет, у меня разворачивается щетка, там такая пластмассовая. Резинопластмассовая штучка. Я ей, получается, сначала в ферри все это смочил, потом пошоркал, потом мягкой, и все, чистенько. Ребята, где-то тут готовят охренительный шашлык, похоже, вот здесь, но его нет с утра. А я бы шашлычка сейчас заточил. Да, ну ладно, едем, может быть, дальше кто-то есть на таких съездиках, на расширениях. Мангал, дымит все. Но Димасик говорит, обалденный шашлык. Хотел попробовать, но ладно. Время 9 утра местного. Нет, ребята, дым вижу. Останавливаемся. Будем кушать шашлык. Да, готовят. Еще говорят, рано. Только-только разжигаются. А он идет. Только-только все готовится. Чуть позже. Ладно, поедем на выгрузку тогда. Все достается прям. Класс. Город Можга. Позвонил Диме, я говорю, Дим, шашлыка не попробовал. Он говорит, а он очень вкусный. Шампур 300 рублей. Не по граммовке, а прям шампур, там много-много его. Да, обидно. Ну ладно. Будем заезжать на заправку и кушать френч-дог. Ну не сейчас, сначала выгрузимся. Сейчас откроемся. На 10 заказали технику. Тут так нарисовано кольцо, а тут такое колечко маленькое. Пошли. Домик такой прикольный, одноэтажный, гараж там же. Скромненько, но со вкусом. Такой маленький уютный городок. Прикольный. Идем по главной дороге. Осталось совсем немного, да? По грунтовке, по-моему, еще придется проехать где-то. По какому-то частному сектору едем. Я не знаю, куда я что везу, но рисую вот так. До конца маршрута осталось 200 метров. Поползем. Пока успеваем вроде все по времени. Надо заехать расчехлиться, в 10 будет техника. А если я пообещал, то надо выполнить. Да, ползем. Я так-то с запасиком шел. Я не ожидал, что вот так будет, ребят. Но красиво. Какой-то дом, наверное, строится. Сейчас прицеп юлой гнет. И эти конструкции могут немножко повредиться, да? Не знаю. Блять, я тут как проеду-то? Я куда вообще поехал? Пипец. Сейчас я, ребята, тут всю площадку себе помну. Что поворачивать приходится и тягач немного вниз пускать. Стройка? Что ты хотел? Сейчас вот углом бы не черкнуть по алюминяшке. А, вот меня встречают. Хорошо. Нормально. Ветками немножко, правда, задел тент, но они уже поломанные, тягачи, видать, приходили. Штуривать. В принципе, хватило места. Тут провода просто еще до тента, чтоб не достали. Да, нормально. Как на вездеходе. Пошли расстроивать. Будут выгружать экскаватором. Находимся на стройке. Это строится в вокзал. И... ЖД-вокзал и автобусный вокзал, да, получается? ЖД. Объединенный, но. Объединенный. Привет кому-нибудь. Можге. Прикольный городок. Я тут уже с дядькой на велосипеде поболтал. У него все расспросил. Довезли в целости. Александр говорит, наш город знаменит линейками и бутылками. Серьезно, линейки тут делают? Ну да, детскую мебель делают, вот такие линейки. А, ну школьные. Да. Точно, Можга. У меня на школьную Можга была написана или нет? Спасибо. Спасибо огромное. Бутылками ты этот еще не грузился? Нет. А, нет, вот поэтому туда нельзя. Видишь, знак стоит. А, ну тогда да. Или обратно. Через ветки опять? Так же, да. Больше выезда нет. Пиздец. Готово. Я еще борта открыл, чтобы было лучше видно. Все, можно выгружать экскаватором. Так крышу сдвинул, вот провод как низко. Потом задвину и поеду, чтобы не оторвать. Пошли кушать. Успел, еще 15 минут в запасе у меня. Сразу посмотрел, короче, ветками. Все нормально. И вот когда поворачивали углом. Угол. КамАЗ выше идет.
и в повороте чик, черкает. Но без мятин. Ровненькое все. Но неприятно. Конечно, эти машины только по дорогам, не по стройкам. Ну да, пока без мятин все хорошо. А то я потом хрен усну, если бы сейчас была такая полоса. Пойдем кушать, Николай. Пошли. Да, пока перчатки тут оставим. Ладно, я кушать. Опа. Обувь тут и вперед. Ноги обдуваю от пыли. Класс. Экскаватор подъехал. Тропы несут. У меня только-только чай с лимоном готовится. С мазиком, сыром и колбаской. Нет, паштетик. Во. Пойду я смотреть. Прикольно, он быстрее, чем кран. Чик-чик, вот она уже лежит. Класс. Все, почти довыгружали. Сейчас мы не будем врата закрывать, все выметим сразу. Кусочки бетона. Ну, она все равно в формах, когда новая заливается, края остаются. И потом по дороге, видимо, шелушится. Так, боковая с верхней, летом это катастрофа. Как минимум, это катастрофа, ребята. Будем сдавать задом. Спросил, можно ли доехать до красного здания, чтобы не через ветки обратно. Там стоит знак и говорит полиция, что типа говорит, уже многих изъебали. То есть обратно мы поедем снова через ветки и каким-то другим путем. А навигатор с нами решил поиграться и нарисовал каким-то другим вообще путем. Мы выедем также до первого светофора, уйдем вот по этой улице, по Садовой, как приехал, то есть самая короткая дорога та, которую знаешь. По Садовой, потом здесь уступим дорогу, перескочим на красную и поедем дальше. Поедем, и вот здесь вот выскочим и поедем уже грузиться. Ладно, что теперь, опять идти в душ? Сейчас будем доезжать до стоянки, что делать? Жесть. Все поры, блядь, в пыли. Жара. Ну что, Камазик, поедем? Выгрузились. Вымыл кузов прям, все, четко вон. От меня видно крупинки всякие бетона. Потому что сейчас буду грузиться салфетками. Допиваем кофе, чай то есть. И поехали. Отпускаем ленивца, потому что у меня места очень мало, здесь куча. Сейчас вот немного еще сдам. Это я уже выравнивался, чтобы они подвинули один блок. Пытаюсь сдать вот сюда вот. Чуть-чуть, потому что мне тут выехать надо. Будем попробовать, да, Николай? Да, будем попробовать. Поехали. Лимончик даже не открывал. Я на вас подписан. Спасибо. Передавай привет кому-нибудь. Привет подписчикам. Сам тоже дальнобойщиком будешь? Да. Точно? Да. Ага. Правильно. Так и надо. Сейчас, ребята, фоткаемся. То есть молодой поклонник стесняется. Как это в этот раз в Можге? В Можге узко. Мне вот сейчас надо опять через лес куда-то туда ехать. Вроде в лес. Да, и там от блоков недалеко. Отлично. За год ребята хотят сдать этот объект. Я не знаю, для чего здесь повешали знак, но на время стройки не издевались бы над нами. Уважаемое руководство города Можги, разрешите нам вот до той улицы доезжать и потом налево. Иначе мы прорвем себе тенды, поломаем спойлера. Ну, прям совсем печалька. Поехали. Жалко мне, машина новая. Будем по веткам кататься. Все тоже близко поставил. Хвостом его не зацепить. Поворот уж не настолько широкий. Сейчас его поворачивать надо, я его могу так жик трубой. И поехали со мной ему сказать. Поворачиваем. Злой знак.
погнали. Ужас. О, красивая девушка такая. Можно было прям жениться даже. Вот здесь вот ветки неприятные, но они поломаны, конечно. Пипец. Вот как вот я сейчас туда под тендом? Слушайте, какая боль. Я тут так сюда ехал, вот так вот. Правая сторона прошла от поддона. Вот они, ветки. Хули сделаешь? Я аж слышу, как она кряхтит. Максимально взял от поддона. Там, блядь, спичный коробок. Все, хорошей дороги. Диме привет передаю, Влада всему, от Миши Быкова, потом Мишаньке передаю, фамилию, не знаю, Девка, привет всем. Казанцев. Всем ребятам, дальнобойщикам, кто знает, кто ездит, удачи всем, и гвоздяне, жезла, зеленый свет, на загрузку, чтоб никогда не держали всех, грузили быстро, без всяких очередей было все. Присоединяемся. Присоединяюсь. Так, полетели на загрузку. А заправляться-то мы будем с тобой? Нет, блядь, мы на воздухе ездить собрались. Нормально, еще там литров 100 плещется по дну. У меня уже, ребята, маленькие заебы. Стоим на красном. Видно светофор? Да. Я такой перед ним, как останавливаться в рацию. Да полное наказание, потому что, блядь. Уже все, короче. Свистит моя фляга. Поехали. Вот он, красивый дом, который почему-то только без забора, но он достраивается, наверное. Потому что фундамент еще не облагорожен. Камнем бы его сделать. Классно. Ну, на углу дом детям играть как? Опять тут движение такое нормальное. Сам, в принципе, у дороги вырос. Ну, что такой домик? Красивый. Бля, пятерочку же надо еще, точно. Сейчас я заменю всю колбасу, потому что я еще сосиски с холодильника реанимировал в пакет. Надо будет собачку найти. Сейчас у красной заправки тормозну. Схожу в пятерочку, обновлю боекомплект. Вот она, блядь, да пиздишься. Вот она и парковка. Все, все. Пятерочка. Пошли. Как пыльно. Все, никому ничего не закрыл. Шаверму только закрыл. Шаурма, блядь, здесь, Николай. Фу. Пошли. Ларек-малек-балек. Все, ребята, затарились. Привет кому-нибудь? Давай, привет. Мозги очень много узнали, ребят. Всем привет? Да, всем привет. Разговариваем про технику, решили перекурить и поедем дальше. Ну что, на старт. Будем прощаться с доброжелательной Мозгой. Такой городок прям понравился. Оставила себе впечатление прям, ну, классное. А мы на выезд и поехали на загрузку. Затарился пятерочки всем, чем нужно, то есть пока ничего не надо. Будем только такое свеженькое докупать, кушать где-то в кафешках. Остальное все есть. Сухарей с чесноком набрал прикольных каких-то, типа гренок. Люблю сухари. Потому что по дороге надо чем-то заниматься. Движение, первый съезд. Спасибо. Пока-пока. Мозга. Ну что, мы заправились. Попробуем заехать затонироваться. Свободно нет там. Сейчас разговаривал с Димкой, зашел разговор про украинский язык. Я, то есть, потихоньку учу какие-то слова. И с Димкой разговариваем, что-то зашло за месяца. То есть, когда отдыхать едем, как-то он его назвал. Я запомнил только то, что февраль называется лютый по-украински, а сентябрь листопад. Я говорю, ну ладно, Дима, а если, говорю, а как листопад? Он говорит, листопад. Я говорю, а если сказать в сентябре листопад, как это будет? Он говорит, листопад, листопад. Я говорю, что? Листопад, листопад. Вот, в общем. Осталось нам 31 километр до съезда направо на федеральную трассу, ту же самую М7, ну, где она уже одна пойдет, не раздвоенная. И будем заезжать узнавать по тонировке. То есть она в наличии есть, но главное, чтобы не был занят мастер, который будет клеить. Конечно, стекла ровные можно было и самому заклеить, но я криворукий.
затянемся мы, есть темное, есть светлое, а есть между, вот между вот этой затянемся. Чтобы было так уютно, комфортно, и рука хотя бы уже белеть начала, а то она у меня красно-черная уже от солнца. Наконец-то, ребята, сейчас будем тонироваться. Так ты можешь вперед продвинуть, я вперед тебя. С кем не увиделся-то? С дядей Мишей. А куда едешь? На Хаят грузиться. А потом? На Питер. На Питер? А я на Новосиб сейчас катаюсь. Сейчас затянемся. Давай я тогда перееду. Давай. За место тебя и там стану. Поближе к ребятам сейчас подъеду. Пойду пока в душ, пока увлекало делается. Увлекало нарежется и все. Наконец-то. Короче, темный я не стал, самый темный. Между. Между. О, с Мишаней увиделся. Обалденно здесь, короче, классный. Мы с ним ездили в паре на Новосиб. Подготовился к тонированию. Сейчас приеду на загрузку, наберу воды. У меня есть тряпочка такая. Протирать. Ее постираю с мылом, с Ферри. И салон буду полностью мыть. Еще на раз. Берем кнопочки белые снова. Ну, мне повезло, прям четко. Ну, вчера только заявку отправили. А вы их коробками, да, берете? Сколько их там вообще штук? 400 штук в коробке выходят. Угу. Сейчас тогда я посмотрю, чтобы они все сели у меня. Вот одна будет, получается, как на запас. Если что, принесу тогда. Хай слава. Тонировка полным ходом, пока оденем кнопочки. Готово, ребята. Через одно пришлось подрезать, потому что на колпаке вот такие выступы, чтобы крепился. Немного подрезать пришлось. Чтобы садился далеко. Получилось, ребята, нагушняк. Вроде средняя. Если самую темную, там вообще пиздец будет. Все, рассчитываемся, погнали на загрузку. Хотел помыться, но дождик пошел. Не будем рисковать. Вот, ребята, изнутри. Как будто бы ее и нет. Часа два не открываем окошки. Ламбрикены на место приклеил. Взял девчонкам лимонадику холодного, твиксики. У нас сегодня работают там в Хаяте. Твиксики такие. Поехали. Перчаток новых еще купил. У меня каждое расторивание такое глобальное проходит все наверх. Погнали на загрузку. И вперед. Снаружи классно смотрится тонировка. Немного, но нормально. Рука не грелась. Как говорится, для безопасности сильнее тонировать нельзя. Чтобы где-то парковаться в темное время. На свете. Погнали. Все, ребята, оформились уже на заводе с открытым люком. Что окошки открывать нельзя. 2 часа. Поехали грузиться. Сейчас будет уборка у нас салона. Нас, ребята, тут очень-очень много. А ты вот сколько тут машин? Штук 10. Штук 10. Пойдем за кружкой. Это твоя? Это чистенько. Ага. Я сейчас уборкой буду заниматься. Я тоже. Сейчас водички пойдем наберем, я это полотенце постираю. Вот он твой, что ли? Уборка полным ходом, ребята. Мишка трёт. Чисто? Вообще. Чистота, да, чистота. Мне придется тоже идти. Ну да, иди тоже. В огнях. Как это, скажи мне. Как он называется-то, когда все одно и то же делают? Ладно, и чувство. Ладно, дальше выбирать. Кнопки, все надо протирать. Ну, сейчас проемы еще помыть надо. Привет отдельно братанам Данису и Рамазану с Тюмени, с Тюменской области. А ты тоже оттуда? Сиутровск. А, ёп, всё, земляки. Всё, чистота, ребята, будем кушать. Сыр, майонез, сосиски, хлеб. Будем все ставить в чайник, но сначала разберемся с таким освежителем. Фирма Орион, это самые, по-моему, пиздатые освежители, которые мне понравились. Вот он все еще пахнет, они висят уже чуть ли, блядь, не 2 недели. Короче, Орионовский. Кто кого? Машку? Ага.
другие как-то не это, а Орион прям мне понравился. И вот беру и беру их. Любые, пофигу, черного цвета, вот такие. Классные. Долго пахнет и приятный вкус. Не такой, что уж режет. А мы сейчас с этим разберемся. Тут что-то нужно оторвать, потом если что, что-то плескать. Сейчас посмотрю. Черный должен быть такой вкусный. Вкусный, вкусный запах. И будем ставить чайник. Ждем Диму. Я вчера помыл на стоянке, блядь, и что-то то ли ночью ветер дунул, тоже вот этот бетон остался. Надо помыть коробочку. Вот, ребята, первый раз я такой взял. Вот эту штучку надломил, она была целая, вот в таком состоянии. Надломил, она так щелкнула. Чик. И получается, сейчас можно разворачивать, когда надо. Перевернул. Ну и надавить надо. Чуть-чуть. Вот, чуть-чуть надавливаю, тык. Здесь сзади целиковая. Все, и... да, она сама по себе будет пахнуть. Надо будет, надавил. Хотя бы и мешать. У меня и там орионовский еще какой-то лежит, висит. Сейчас мы с Мишкой будем кушать. Ты что-то глобально занялся мойкой прям. Ну, а где еще, кроме как нахаять? Только нахаять и моем больше. Нет, здесь молодцы, что да, не запрещают это. Ну, чистый. Больше негде и некогда. Отмочил, все чисто. У нас чайничек стоит. Давай, приходи кушать, чай пить. Сгущенка прям? Еще такая, ты столько съел сгущенки? Сладкоежка. Я сейчас тоже так... А, так кофе тогда сделаем. Давай. Пока, ждем, ребята, решили передвинуться. Сейчас потихоньку освобождается место. Мишка сейчас переедет, я тоже перееду. Начинающий блогер. Дядя Леха, как канал называется? 304 скорый. 304 скорый у него канал называется. Начинающий. Хрена, у нас тут целая команда. Там еще стоят. Это Дима у нас приехал. Кто последний, скажи? Сзади ставь, там есть место. Ждем документы. У нас машина, знаешь, куда грузится? На Симферополь. На Симферополь? Да. Я хочу в эту машину. Это как так-то тебе повезло? Я не знаю. На Симферополь. Ну, потому что с его надо только... Давай сюда. Так ты без прайс? Или что там? Мы что, на юг будем ездить? Симферополь. Класс. Времени у нас... Сейчас скажем. Без 15:09, все как положено. Выезжаем на стоянку ночевать. Будем Димку ждать. Через телефон, как днем. Леху ждем. Стоим. О, выехал. Коль, принимаешь? Да, поехали. Поехали. Все, счастливой дороги нам. Мы до стоянки. Димка еще даже на ворота не встал. Мы зашторились, ребята, припарковались. Димка еще не загрузился. Мы отдыхать, спать будем. Завтра тяжелый день. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.